Всем привет! С вами, как всегда, Ольга. Сегодня мы будем с вами готовить простое блюдо – жареные грибы с картошкой или картошка жареная с грибами. С грибами не простыми, а золотыми. Но иногда действительно все надоедает. Мясо, курица, сосиски, сардельки и охота что-то такого другого, вкусненького. Хотя грибы, я всегда всю свою жизнь очень люблю грибы. И сейчас осень, снова осень, господа, снова осень. И поэтому очень охота что-то вкусненького, так скажем, грибочков. Так, грибочки я купила замороженный вариант, вот, значит, что с ними делать, как показано на упаковочке, их просто нужно залить холодной водой, что я и сделала. Так, картофель тоже помыла, сейчас его буду чистить, и одну луковицу, и грибочки сейчас наши вот стоят в воде, вот сейчас вот от грязи как раз. Ну, и, соответственно, я их тоже, это, наши золотые грибы, порежу. Вот знаете, девочки, захотелось именно не шампиньонов, а лисичек. И, кстати, купила я их в магазине, как Юлечка вот говорит, который магазин нас притягивает, дорожный, а это не дорожный и не притягивает, и не денежный, а, ну, короче, это Дикси. Вот. Купила я вот эти грибочки за 89 рублей по акции. Если вы знаете, 300 грамм там написано, не взвешивала. Если мне понравится, что хочу сказать, возможно, еще схожу и еще прикуплю. Цена демократичная. Сейчас буду чистить картошку, наливаю растительное масло и дальше вам все показываю. Картофан с соломкой я нарезала. Сейчас включаю газ и все это дело у меня жарится. И сверху выкладываю грибы. В упаковке было указано 300 грамм. Ну, что-то, девочки, странно. Ну, не буду взвешивать. Ну, пускай будет тогда картошка не с грибами, а картошка со вкусом грибов. Может такое быть? Может. Вот такую красоту сейчас под крышечку. И пока у меня все это дело не солю, не перчу, все будет жариться. Луковицу пока тоже еще не нарезала. В общем, сейчас закрываю крышкой. Лучок нарезала. Так, и сейчас у меня все шкварчит, шипит. Буду все это дело мешать. Вот так вам повидней. Достаем ложечку. Да, жалко, конечно, картошка маленько разминается, да? Ну что ж теперь, как есть, так и есть. Как есть, так и есть. Добавляем лук. Очень хорошее, достойное количество лука. И все это дело теперь солим. Под крышечку.
Так, ну что, девочки, картошка у меня размялась. Ну, не знаю, то ли такой сорт, то ли я такая хозяйка. Но здесь что хочу сказать. Готовьте, конечно, лучше, чем я. С вами, как всегда, ваша Ольга.